мои мысли по поводу оппонента Сашо Андреева. Всегда сравнишь силу борцов по тем, кого он победил или кому проиграл. Сашо очень сильно прогрессирует, и каждый год мы смотрим насколько. В данный момент, так как он борется в категории 90 кг, мы анализируем его силу с Евгением Прудником. В этом году мы видели, что он разобрался с Евгением проще, чем в последующих. И тогда мы начинаем вспоминать, как Прудник на золотом туре победил Залоева, а после они бодались еще долго на других чемпионатах. Хотя это было давно и все поменялось, поэтому мы судим фактически. Фактически это борьба Сашо с Черским, который показал, что стар решает. Поэтому нам не так интересно будет Сашо и Залоев. Вот Бабаев само то. Поразмыслив и перебирая всех, с кем было бы интересно поставить Сашо, сразу же приходит в голову Лилиев. Смотря на этот поединок, Арсен был бы очень интересным оппонентом, так как Лилиев был давним конкурентом Костадинова. Вот, я сам был очевидцем, как на Европе 2004 года, по ходу, Лилиев, проходя мимо Красибира, который только что размялся с Сашо, произнес фразу «Давай, это твой последний шанс», и хлопнул по плечу. Не знаю, что это значило, но здесь явно конкуренция перешла в личное пространство, и это является сильнейшим двигателем. Возвращаясь к реальности, то для меня поединок с Лилиевым был бы куда интересным, чем с кем-либо. Пишите, что вы думаете о моих рассуждениях. Если не сложно, поставьте лайк. Всего доброго, до свидания.